Начнем твое перевоплощение. Первым делом, выбрось весь ненужный мусор из головы. О том, что ты чего-то не можешь или никогда не делал. Перед тобой озеро. И тебе нужно перебежать его. Давай попробуем. Я его вижу? Я вижу его. Что происходит? Это, наверное, какая-то магия. Я не чувствую связи с рассветом. Подожди, это не может быть из-за грозы. Какая-то энергия хаоса сбивает тебя с толку. Что-то темное таится в этих подземельях. Привет! Рад видеть тебя! Привет! А это что еще? Новый росток? Да! Это крохотулечный росточек древа жизни! Отлично! Я смогу использовать его, чтобы подготавливать заклинания. Пошел по тоннелю и не вернулся. Начнем твое перевоплощение. Первым делом, выбрось весь ненужный мусор из головы. О том, что ты чего-то не можешь или никогда не делал. Перед тобой озеро. И тебе нужно перебежать его. Давай попробуем. Я его вижу? Я вижу его. Что происходит? Это, наверное, какая-то магия. Thank you.
Я не чувствую связи с рассветом. Подожди. Это не может быть из-за грозы. Какая-то энергия хаоса сбивает тебя с толку. Что-то темное таится в этих подземельях. Привет! Рад видеть тебя! Привет! А это что еще? Новый росток? Да! Это крохотулечный росточек древа жизни! Отлично! И я смогу использовать его, чтобы подготавливать заклинания. Друг! Будь другом, найди моего друга! Он пошел по тоннелю и не вернулся. Thank you.
Ух! Напугал! Ты кто такой? А ты кто? Гриб? Да, гриб! Что, не видел грибоидов? Видел, но они были другие. Да, они были мертвые. Но темные духи-некроманты воскрешают их и отправляют в бой снова и снова. Ты потерялся? Да, заблудился, пока искал снорлы для алой ведьмы. Без камней мы ей не нужны. Я телепортирую тебя обратно. Хватит помогать алой ведьме. Ой, спасибо! Да благословят тебя духи! Розовый, наверное, так и ждет меня. Зачем нападать, ты еще спрашиваешь? Ведь это же так сладко. Разрывать чью-то плоть. Уничтожать. Побеждать. И не быть побежденным. Ведь мы с тобой бессмертны. Стой! Стой! А как же сладенькая почва, которую мы так любили? Как же зяблинги, сидящие на наших ветвях, а главное, свет,
яркий и всепроникающий. Что же он делал с нашей листвой, если она была красного цвета? За счет красного пигмента листва поглощала синие лучи, что позволяло даже при очень плохом освещении получать энергию. Точно! Нам не нужно было сражаться! Нам не нужен был страх врагов! Мы питались светом, землей и водой! Зачем хранителю это безумие? Где моя багровая крона? Где благородный стати изгибы ветвей? Осыпались трухою листья, сломлена слава, посохли ростки наши, земля предала нас, разверзлась от безумия хранителя. Даже если вся природа продолжит служить хранителю, я не стану больше чинить бесчинство. Пусть земля питает тебя, друг. Так, левый, правый, левый, правый. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все, как и учил меня старик-тренер по плаванию из Камары. Зачем я только плыл? От микрополя до ближайшего берега не меньше пары километров. Пора обратно, а то я сейчас умру от холода. Неужто я и вправду сошел с ума? Что до сих пор не телепортируюсь в подземелье. Вдруг я потеряю сознание и замерзну прямо здесь, на берегу. Не так я хотел провести свой пляжный сезон. Не так. Капли дождя, перемешанные с морской пеной, раз за разом обрушивались на берег, грозясь уничтожить любого, осмелившегося приблизиться. Свист ветра переплетался с шумом моря, превращаясь в ракочущее эхо. То и дело хотелось вникнуть в эту песню и понять, о чем кричит природа. Угроза.
смог. Миссия провалена. Кир из Камары, ты избавил меня от безумия. Я дух, некогда сковывающий маску безликих. Мои цепи были разбиты. Всему виной глупый человек, решивший использовать темный артефакт, чтобы быть со своей любимой. Но магия хаоса никогда не сделает человека счастливым. Я лежал грудой железа, переполняемый яростью и желанием мести. Более всего на свете я хотел найти преступника и заковать вновь в цепи маску безликих. Магия Хранителя оживила меня, и я, потеряв свое предназначение, пал жертвой ее колдовства. Мой путь окончен. Теперь ты единственный, кто может спасти мир от хаоса. Берегись маски безликих. И избавь Хранителя от безумия.
Здрасте, приехали. Нет сети и связи, но это нормально. Нормально? Я спрашиваю вас. Ну и ну. Что за бездна? Ау! Кто-нибудь! Еще и безлюдный лес в придачу. Это как раз то, чего я хотел. Супер! К счастью или к ужасу, в мире нет ничего вечного. В угасающем сознании роились надежды на то, что кто-то также случайно заплутает в лесу и наткнется на обессилевшего путника. Мгновение тьмы разлилось подобно воде, заполняя всевозможные пустоты. Наверное, это конец. Неужели это конец? О, еще один утопленник. А нет, смотри,